Резинка стрел. Это буквально игрушка, которая стреляет резинками. Они бывают деревянные, а бывают из пластмассы. Сегодня мы как раз такой и рассмотрим. Длина игрушки 22 сантиметра, высота 14. Чтобы зарядить бластер, поднимаем верхнюю часть игрушки. Затем цепляем один конец резинки на крючок в передней части и натягиваем снаряд на колесо в задней части бластера. Проворачиваем пальцем колесо и таким же образом заряжаем еще три резинки. Закрываем бластер. Для удобства хвата предусмотрена откидывающаяся рукоятка. Осталось только прицелиться и можно стрелять. Дальность стрельбы более 5 метров. В комплекте более 50 резинок. Также есть возможность выдавить мишень из задней части коробки. Снаряды для этого бластера можно легко приобрести в любом канцелярском магазине или киоске. Актуальные цены по ссылке в описании.